Приветствую тебя, дорогой зритель, меня зовут Лещенко Глеб, и в этом видео я хочу тебе рассказать жизненный путь Мэдалин Пэтч от издевательств в школе до сериала «Ривердейл». Мэдалин Пэтч родилась 18 августа 1994 года в небольшом городе Порт-Орчард в штате Вашингтон, США. Родители Мэдалин развелись еще когда она была маленькой, а поскольку отец девочки перебрался на родину в Южную Африку, то детство Мэдди прошло в перелетах между двумя материками. С 3 лет Пэтч занималась танцами, с 5 лет посещала театральную студию, а затем и школу искусств. Сразу же после окончания школы девушка переехала в Лос-Анджелес и занялась актерской карьерой. В школе сверстники жестоко издевались над Мэдалин из-за ее ярко-рыжих волос, южноафриканского акцента и того факта, что девочка не относилась себя ни к одной из религий. И вот что она сама говорит по этому поводу. «Я была самым странным ребенком в этом маленьком городе. Надо мной часто смеялись. Меня защищал брат, который кидался в обидчиков камнями». Сразу же после окончания школы девушка переехала в Лос-Анджелес и занялась актерской карьерой. В 2014 году Мэдалин снялась для национальной рекламной кампании Coca-Cola. В 2015 году ей достались 2 небольшие роли в хорроре «Рой» и сериале «Мачеха». В 2016 году актриса появилась в фэнтези-ужастике «Проклятие спящей красавицы». В феврале этого же года Пэтч утвердили на роль Шерил Блоссом в подростковый драматический сериал «Ривердейл». Проект ждал огромный успех, а у Мэдалин в мгновение ока появилась армия фанатов, а счет подписчиков в Инстаграме пошел на миллионы. Именно эта роль принесла актрисе всемирную славу. За свою роль в 2017 году Пэтч получила премию Teen Choice Awards в номинации «Лучшая вспышка гнева». В декабре 2017 года зрители смогли оценить актерскую игру Пэтч в комедии «Убить выпускной». Фильм не сыскал особой популярности среди зрителей, и можно сказать, что эта роль осталась незамеченной. Мэдалин использует Twitter и Instagram, чтобы напрямую общаться со своими поклонниками. С этой же целью Пэтч завела блог на видеохостинге YouTube, в котором делится подробностями своей биографии, забавными историями из жизни, а также рассказывает о закулисье сериала «Ривердейл». В январе 2019 года у нее на канале насчитывается уже больше 3,5 миллионов подписчиков. А в каких проектах мы сможем ее увидеть в этом году? Помимо 4-го сезона сериала «Ривердейл», она еще появится в фильме «Полароид». Дорогой зритель, огромное тебе спасибо за просмотр. Поддержи меня смачным лайком под этим видео и подпишись на мой YouTube-канал, если ты этого еще не сделал. И заглядывай в Instagram-аккаунт «Просто кино». Там выходят рецензии на новинки кино, проходят конкурсы и веселые игры. Так что заходи и подписывайся. Ссылочка в описании. Дорогой зритель, с тобой был на связи Лещенко Глеб, и до встречи уже в следующем видеоролике. Всем пока-пока-пока!